Так, ну что, привет всем. Мы находимся в ботаническом саду Петра Великого, в городе Санкт-Петербург. Очень красивые, красивые растения. Заросли такие. Ну, просто магия какая-то. Нам тут перепадает немножко, чтобы здесь бабочки немножко попархали. Какой ветер в Санкт-Петербурге. Это жесть. Мы сегодня даже на улице не можем быть. Обалдеть. Сзади меня, видите? Они сказали нет. И я сказала да. Короче, я не знаю, чем закончится моя поездка в этот Санкт-Петербург. Но я только и ем. А это вы поняли, что, да? Говорят, очень полезно. Сейчас будем изучать. Мама, ты 3 штуки съела? Да. Знаешь, мне такое мороженое? Я не знаю, что мне есть, мне 2.